Привет, друзья, что сегодня солят звезды? Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Овен. Благоприятный день для реализации идей и планов предыдущего времени. Жизненный потенциал находится в верхней точке. Ваша напористость и деловая активность поможет преодолеть препятствия и приведет к высоким результатам. Телец. Крайне неблагоприятный день. Происки недоброжелателей или неудачное стечение обстоятельств смогут разрушить намеченные планы или свести на нет результаты длительных усилий. Вероятны финансовые потери или неудачные покупки. Близнецы. День может оказаться очень напряженным, поэтому необходимо тщательно обдумывать все свои действия. Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в такой ситуации будете виноваты вы сами. Не исключено, что в семье не хватает вашего внимания. Рак. Вероятно, вас ожидает скорое повышение по службе, но прежде придется выполнить ответственное поручение руководства. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Лев. Благоприятный день для контактов, заключения сделок, браков. Звезды расположены настолько хорошо, что любые дела вам будут удаваться с первого раза. Вы ощутите незримую поддержку высших сил. Эмоциональная жизнь постепенно будет приходить в норму. Дева. Опасный день. Следует отложить все решения и дела на потом, так как вам будет сложно оценить ситуацию и сделать правильный вывод. Возможно нарастание внутреннего напряжения, недовольство собой, окружающими, работой. Велика вероятность травм, возникновения или обострения заболеваний. Весы. День благоприятный для финансовых сделок. Все дела сегодня так или иначе будут связаны с деньгами. Придется отдавать и снова залазить в долги, заниматься поисками новых заработков, помогать близким родственникам. Скорпион. День откровений и открытий. Творческий подход может привести к раскрытию внутреннего потенциала. Просчитав и продумав все варианты, вы сможете приступить к выполнению намеченных планов. Расширяйте сферу деятельности. Стрелец. День символизирует выдержку, чистоту помыслов и отрешение от соблазнов. Благоприятный день для воплощения замыслов, подчинения страстей. Лучше воздержаться от активных действий во всех сферах деятельности. Козерог. День связан с усвоением космической энергии, отдыхом, обретением душевного равновесия. Усиливаются аура, жизненный потенциал, сексуальность. Благоприятно общение, встречи, творческие искания, интимные отношения. Вероятны бытовые хлопоты. Водолей. Жизненный потенциал на высоком уровне. Возрастают творческие способности, дар убеждения. Хороший день для физических нагрузок, длительных прогулок. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Рыбы. Судьба опять готовит вам испытания. Возможно, именно сегодня вас настигнут нерешенные проблемы или отложенные дела, для разрешения которых потребуется значительное время или финансовые траты. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.